Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Валерий и Иосиф Пригожин, по приезду из Арабских Эмиратов, поспешили встретиться с сыном и его беременной женой. У нас родители дома, сестра, мама. Брокколи! Брокколи. Один. И мы в ассоциации. Так, Алекс, не балуйся. Смотри, Лиану, смотри. Видишь, она как старается. Я думал, ты мы... Совсем скоро пара впервые сделает Валерию бабушкой, они в ожидании доченьки. Беременная Лиана по такому случаю не стала облачаться в слишком шикарные наряды, а предпочла комфорт. Она предстала перед гостями в атласной пижаме. Полосатый home outfit состоял из рубашки на пуговицах, подчеркнувшей интересное положение девушки, а также свободных брюк. Напомним, Арсений Шульгин сыграл свадьбу с Лианой Волковой в августе этого года. На торжестве присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.